Если молодые учителя и преподаватели получают зарплату 10-15 тысяч, в то время, когда силовые структуры и полиция получают, офицеры, да, полиции, 50 и выше. Знаете, меня часто об этом спрашивают и по учителям, и по преподавателям. Это призвание. А если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где это можно сделать быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. Но вы же не пошли в бизнес, как я понимаю. Ну вот.